Всем привет, я Аня Щербакова, я хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом, чтобы в новом году обязательно вы были самыми счастливыми и чтобы все ваши цели обязательно исполнились. А сейчас наслаждайтесь прекрасным новогодним настроением. Дорогие друзья, в преддверии Нового года я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать в следующем году вам огромного настоящего человеческого счастья, чтобы все ваши близкие были здоровы, ваши дети, ваши родители. Искренне хочу, чтобы у вас все было хорошо. Поэтому с Новым годом, друзья! Я поздравляю всех жителей Азербайджана с наступающим Новым годом. Желаю побольше тепла, потому что если оно в дефиците, то пусть тепло приносят вам близкие люди, друзья. Постарайтесь провести время все вместе. Вкусно едите, слушайте классную музыку, вот, и пусть ближайший год будет полон самыми потрясающими событиями и следующим жарким летом. Дорогой любимый Азербайджан, дорогие азербайджанцы, поздравляю вас от всей души с Новым годом. Здоровья, счастья всем, любви, мира. И, конечно, я люблю ваш гостеприимный народ и республику, поэтому как бы страну, точнее, простите. Видите, от Советского Союза осталось еще. Я, конечно, с огромной радостью поздравляю всех азербайджанцев с наступающим Новым годом. Я хочу сказать, что я очень люблю Азербайджан. Я довольно часто там бывала и с концертами, и просто так. И вот, у вас же вот потрясающие люди, очень гостеприимные, радушные, хлебосольные. Голодная оттуда никогда еще не уезжала. Вот. Я хочу, чтобы все просто были счастливы, здоровы, чтобы в ваших семьях не было проблем. И чтобы мы всегда были дружны, вот что, чтобы мы всегда могли ездить друг к другу и получать удовольствие от общения друг с другом. Не втягивать себя в эту предновогоднюю гонку, наслаждаться вот этим падающим снегом, наслаждаться этой магией декабря, вот, и как бы кайфовать. С Новым годом, с праздником, всего наилучшего, ребят. Азербайджану с Новым годом, счастья вам, здоровья, семейного благополучия, всего самого наилучшего. Друзья, с Новым годом, с новым счастьем, с новыми знакомствами, с новыми впечатлениями, всего-всего нового. Ну и, конечно, не забывайте ничего старого, старых друзей, старых связей. И всегда мы, в общем, на связи, звоните, если что. Дорогие друзья, я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. И мне бы очень хотелось пожелать всем вам мира, гармонии, добра, и чтобы в следующем году всех у нас было как можно больше ярких и счастливых, радостных событий с наступающим, друзья. Я желаю всем радости, взаимоуважения, обязательно терпения, веры в завтрашний день, всего самого доброго, радостного, светлого, обязательно дружбы между Россией и Азербайджаном. Дорогие жители замечательной страны Азербайджан, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Мне очень приятно, да, что вы пишете письма, что вы проявляете свой интерес. Надеюсь, что я вас не разочарую. Видите, сейчас тут достаточно холодно у нас. Но я надеюсь, что мне удастся посетить и самому впечатлиться всем великолепием вашей замечательной солнечной страны. С Новым годом, с новым счастьем, только положительных эмоций и крепкого здоровья в новом году. Я хочу, чтобы следующий 2024 год был максимально ярким, запоминающимся, максимально веселым, чтобы никто не болел и все провели этот Новый год. Очень круто. А мои дорогие и москвичи, и бакинцы, и весь вообще, вся Россия, весь народ Азербайджана, всех поздравляю с Новым годом. Конечно же, я, моя семья, это моя дочка. Мы желаем всем мира, мы желаем всем добра. И чтобы в новом году все, что вы задумали, у всех получилось на 100%. Просто верьте, улыбайтесь, будьте на позитиве, и все будет классно.